Здорово, стратегические жевжики! Вы видите и слышите главного стратегического жевжика планеты Земля Алексея Халецкого. И это значит, что я продолжаю прохождение за зулусов. Боже, как мне солнце-то в рожу светит, вы видите, да? На последнем уровне сложности божество Sid Meier's Civilization 6. Подробности по поводу этой партии были рассказаны в первой серии, так что если вы не в курсе, что тут происходит, лучше перейти к ней, ссылка в описании и в прикрепленном комментарии. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо вам за поддержку. Ну что ж, продолжаем. Пришла армия какая-то мушкетеров, причем корейская. Где вообще тут Корея? Ну, она у Кугуана, конечно, его купила, но тем не менее, где... Так, а тут у нас космопорты Вавилон строит, между прочим. Но, не знаю, я, наверное, с Вавилоном и Францией до конца буду в союзниках. Так, так, что нам тут обработать еще? Ну, вот этим мы здесь сделаем ферму. Так, у этих городов. У нас тут есть рабочие. Тут бы я еще, наверное, вырубил. Так, к этим рабочим. Ну, лесопилочку, наверное, можно. Так, этих... перебрасываем куда-то сюда. Так, а где-нибудь я еще тут могу, кстати, линии Наска нарисовать? Я, наверное, тут лесопилки сделаю. Производство не так. Но в этом городе и так нормально еды. Я тут сделаю ферму. Нормально. Так, вот тут у нас... уже не надо вырубать, так как тропические леса с универом дают науку. Здесь я вырублю. В мастерскую пошло. Тогда давайте морской порт. Так, тут стоим на месте. Я вот думаю, разместить ли мне все юниты по... городам и типа взять вассалы, но, честно говоря, то, что та, которая у меня сейчас стоит, мне важнее, мне кажется. Либерализм и так работает. Так что пока терпим, ладно. Болонью еще встретил. Еще много научных ГГшек, согласитесь. Так, алюминий у нас тоже дофига. А что у нас на алюминии? Ну, что-то стоит на алюминии. Не понял. Ага, вот. Кампус на алюминии, отлично. И священочка на алюминии, отлично. То есть у нас уже алюминий капает вовсю. Так, до морских плотин два хода. Ускорен СМИ, ускоренная охрана природы. Следующим ходом натуралиста купим. И вот здесь, по идее, должен становиться... Хотя, подождите, там престиж еще должен быть определенный. А может и не станет, блин. Я что-то забыл, что там еще престиж требуется. Так. А, нет, это от зоопарка. Я забыл. У меня тут не вера, а тропические леса. Это в пятерке давали. Это от зоопарка у нас тут наука. Да-да-да. Ну, попробуем начитать на этого ученого. Кстати, инженер тоже ничего такой.
Ты энергию уже так. Давайте глянем, у нас везде энергия вообще есть. Да, в Умгунгундлову нету. Во всех остальных городах дотяги. Ну, кстати, до Майсура еще не дотягивает. То есть, либо в Мадурае, либо в Майсуре надо тоже производственную площадь сделать. И Далица не дотягивается. 3-4. Ну, вот эта производственная площадь, кстати, будет на Шеффилд и Кахамарку потом работать, если мы их захватим. Ладно, пока так. Блин, я что-то вообще засомневался, что мы можем построить национальный парк. Ну, нам уже не надо там ничего ускорять. Я уже открыл, что там национальным парком. Ну, то есть, радио, по-моему, национальным парком ускорялись. Так, 506 науки. Тем не менее, все еще не могу догнать немца, и он уже запустил спутник, по-моему. Destroying rainforest for economic gain is like burning a Renaissance painting to cook a meal. Нет, пока ничего не меняю. Так, а почему у меня компьютеры изучение технологий? А, я спер, что ли? Не, подождите. А за счет чего у меня сейчас ускорились компьютеры? Что-то не пойму. И, кстати, аэропорты надо. Ладно, я куплю, тем не менее. Где он? Натуралиста. Но у меня что-то сомнение, что я где-либо могу построить. Я забыл, что там нужны... Там престиж еще нужен. Знаете, сам делаю гайды. Делаю гайды, помню. Сделал гайды, забыл, что там требуется. Вот тут, возможно, могло бы быть. Но, честно говоря, эти клетки просто жалко. Там престиж должен хотя бы притягивающий быть. Тут без шансов вообще где-либо построить. Давайте, наверное, укрепим религию. Так, крадем денежку. Не, реально не понимаю, почему у нас изучение ускорено компьютеры. Компьютеры ускоряются формой правления с 8 ячейками. Я ее точно не принял. То есть это вот демократия, фашизм, коммунизм, да? Очень странно. Три посла, но я подержу на... Ну, в валету отправить, если ее кто-то перекупит. А потом там можно где-нибудь... О, я сюзерен Феса. Кстати, а если я сюзерен Феса, так можно обращать... Может, все-таки пообращаем города? Вот эти Квини, Кваламендлини, например, если обратить. Давайте тут купим апостолов. Раз мы сюзерены Феса, то надо этим пользоваться. Так, а тут у нас что, холм? Холм. Наверное, вырублю...
шахту сделаю, а вот здесь сейчас буквально археологом уберу и поставлю ферму. Так что ждем археолога. Вообще аэропорты надо строить еще. Блин, столько всего делать на этой планете надо, чтобы хоть как-то выжить. Что у нас вообще тут по научной победе? Ну, Фридрих уже вторую, но тут до нанотехнологии умных материалов, конечно, еще далеко. Потому что, ну, вот буквально сколько? 62, 11 технологий впереди. Так, в Дели гидроэлектростанция, это у нас электричество. Так, давайте у кого-нибудь еще угля купим. Много угля у... За гипс. Давай без гипса тогда. О, 14 нефти. 14 нефти за 20 угля. Мне нравится. Выгодно. Блин, подождите, я что-то хотел построить, я помню... Ой, что-то я подумал, что мне вместо исследовательских грантов надо бы что-то... А, аэропорт! Точно. Тем более, что в Дели 15 жителей. И тут еще и много... О, вот так сделаем. Тут, кстати, я скорее вырублю, под космопорт оставлю. Так, отлично. Нет, это мы ничего не ставим. Сейчас наделаем самолетиков и займем... Вообще, тут нормальная такая защита у Инка и Англии. А у меня есть какие-нибудь эти поводы для войны, интересно? Нежелание распространять свою религию проистекает из-за нехватки веры? По-моему, я очень неплохо иудаизм распространил. Инженера держим. Может, где-то тут поставим потом ракетную шахту для ядерки в сторону Вавилона. Так, ну что, время покупать плотины. Опа, тут ничего не за... И тут ничего не затапливает. Уже вот Валетта в этом плане просто находка. Так, ну вроде все. Отлично. Так, здесь я обещал купить лабу. Здесь надо починить кампус. Кто-нибудь еще? Так, тут уже точно затоплено. Вот эту можно штуку починить. Но я сначала тут вырублю лес. Не, ну в целом нормалё. Вообще, ну бы вот эти клетки не купить еще. Вообще зашибись. Клеточка, пошли этого краба обработаем. Ну что, и нам... Не, она подсвечивает, если где-то можно поставить. Да. Просто низкий престиж.
Ну, вот тут, я думаю, если бы я убрал клетки Наски и вот тут шахту, да, то тут ставится. Но я не хочу, честно говоря. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Может, сюда поставим? Хотя эта клетка вообще типа ничего не дает. Но мне жалко вот эти все клетки занимать кампусом. Даже тут, несмотря на плюс один. Так что я лучше сюда поставлю. Так, сколько у нас еще эта фигня действует? Еще 9 ходов. Нормально. Так. Так как нет нормальной прокачки, то этим мы укрепляем религию. Писание возьму. Чтоб сильнее воздействовала религия, просто распространяла. Ну, потому что я с нее тоже науку получаю, у меня уже 20 науки. Ой, я обогнал немца по науке вход. Так, значит, у нас с ней был военный. Ой, то есть научный, сорян, научный. А с Вавилоном... С Вавилоном экономический. Наверное, не хочу уже военный, возьму экономический. Так, какие там у второго уровня в экономическом? Бонус к очкам послов за каждый город-государство, суверенным которого является ваш союзник. О, видите? Плюс 7 получается. Так, а тут от научного третий уровень далеко? Далеко. А, вот почему я получил... Все, я понял, я озарение от на компьютеры получил от научного союза с Францией. Вспомнил Ребзи. Так, ну вот тут я точно хотел лесопилку, а вот тут, я думаю, может все-таки вырубить и ферму поставить. Тут нормально подействует на все фермы вокруг. Строить ли тут аэродром? Вот в чем вопрос. Не хочу. Блин, ну что с этим натуралистом теперь делать? Вообще бессмысленный чувак. Блин, слушайте, а может он здесь? Вот если... Нет. Тут, вот я подумал, вот так может тут. Но если я даже уберу здесь шахту, не появится здесь престиж. Ну вообще, можно, смотрите, попробовать, если мы захватим Шеффилд... то вот здесь где-то возможно или нет. Вот тут это же гора. Не пойму. Это гора, похоже. Вообще не знаю где. Вот тут, наверное, вот. Смотрите, вот тут встанет. Ну ладно, пускай у нас будет, короче, этот натуралист. Ждет своего часа.
Блин, хреновая прокачка, к сожалению. Третья на шпиона. Других цивилизаций с утроенной. Тоже так себе. Ну, ладно, я могу пойти как раз пообращать. Ладно, тут прокачаю, наверное. С утроенной пойду пообращаю вот города Англии и Инка, пока я с ними не начал воевать. А у этого тоже с утроенной. Это мощная прокачка, но видите, типа я хотел свои просто города обращать, но в принципе мне ничего не мешает и чужие, с помощью феса я и науку получу, и так, закончили, тут откладываем на один ход и сразу начнем бомбардировщик строить. Блин, контрразведки на родной территории. Не, не хочу его пока возвращать. О, Торрес-дель-Пайне. Блин, я походу в нормальный век выйду. Мне кажется, я тут наберу сейчас очки эпохи. До золотого я точно не дотяну. Вообще, я бы тут аэродром сделал тоже. Вот тут, наверное. Так, следовательские гранты. В принципе, и в Улунде можно. А, тут не хватает жителей. Окей, так. Жилье есть. Верфь, наверное, давайте. Плюс к пище. Так, в Дели мы откладываем производство, потому что следующим ходом начнем самолетики. Так, я думаю, что я песе до 6 добью, чтобы лабы давали 624 науки. Отлично. Блин, что там индус начал опять меня... Смотрите, он мой священный город иудаизма в свой индуизм обращает, тварина. Кстати, у меня, по идее, должен кризис выскочить теперь. Это же он обратил мой священный город. Должен кризис появиться. А, так у меня нету мирового влияния, чтобы его предложить. А чё у меня так... такой минус? Ну, у меня столица Индии и... дает минус, а что еще? Выбросы CO2 за уровень претензий. Такой огромный уровень претензий. Но, видимо, это Франция завоевала Калькутту. Правильно, вали это индуса. Так, самолетики. Раз, бомбардировщик. Промышленная зона, мастерская. Может, давайте я куплю, может, мастерскую. Фабрику, наверное, куплю. А вот угольную построю. Так, ну пора тоже в космопорты выйти. Потом, возможно, в уран. Давайте я тут канализацию, кстати, куплю. Это, видите, заодно демократию ускорим и Гундлову рост хоть куда-то. Я все равно 14.
Не знаю. Что-то не растет. Кокос. Рыба не ловится. Так, вот тут универы и лабы надо купить, я так не успею. Хотя 8 ходов, подождите, 8 ходов. Я универ за 4 хода построю, а потом как раз лабу куплю. Амфитеатр. Продуктовый. Наверное, морской порт. Плюс пища была. Короче, лян я вообще как-то бессмысленно прокачал на аквакультуру. Ни одно это еще не построил. Ну, кстати, вот и рабочий построить. Так. Кого тырить будем? В Германию я не вижу города. То не могу туда отправить. Хотя вообще странно, я вроде видел. Вот же Ахен, я вижу. О, такого же цвета, как Португалия, просто нормально. Попробуем у немца воровать технологии. Давайте военную академию, а потом уже будем космопорты строить, когда они откроются. А по-моему, две биржи где-то надо было. Или я уже открыл? Я уже открыл, где они надо были. Потусы заработали. Так, короче, я следующим ходом смогу и в хатусе до 6 добить. Так, сидим здесь этим натуралистом. Ну, план, в общем-то, простой. Мы выйдем в самолеты, по идее, должны Инка и... Ну, Англия вообще точно берется. Вопрос с Инком. У него, смотрите, у него армии ПТ-команд уже. То есть мне бы построить тоже армии танков. С другой стороны, сила 105, но... Это стены. Это не... Или он все-таки вышел уже в современную... Виктория у нас отца. А где Почекуток вообще? Вот он. Да, Почекуток, наверное, должен был выйти в стали варенье. Нет. Захватили шпиона. Фига себе, всего два последователя, хотя с утроенной силой.
Так, я хочу где-то тут еще, где мне мешается. Вот этот в лесу, наверное. Ну, сначала... Подожди, а чё нету... О, найти источники. Сначала найти источник. Как-то он в другом порядке почему-то мне сейчас показывал. Так, в Хатусу до 6. Еще плюс 33 науки. Так, Пётр не отдаст, не продаст ли мне шпиона моего? Ну, Россия-то за нефть. Готова что угодно сделать. Отлично. Шпион вернулся в родную гавань. Ладно, я понял. Питер можно не отправлять. Давайте в Рим попробуем. Не будет преобладающей рыбы. Ну, это маленькие города, конечно, по 7. Но, с другой стороны, а я другие и не смогу обратить. Ну... Эту каравеллу надо домой возвращать. Ваше знание секретов мироздания вызывает зависть моего народа. Понимаю. Черные знают толк в мироздании всяком. Блин, эти улунди так хреново у меня. Вот какие-то форты до сих пор стоят. Какой вообще самый производственный? Надо глянуть, какой самый производственный город. Я не думаю, что улунди, кстати. Мне кажется, что Квала-Миндлини, скорее всего. Лахор встретили. When you launch a rocket, you're not really flying that rocket. You're just sort of hanging on. The effect of the mass media is not to elicit belief. Меньше усталости от войны. Я с культуркой, как всегда, не очень. Нормально так отстаю. Так, города. Это не то, вот это надо смотреть. Да, Квала-Миндлини, а потом эти Квини и Дели. Это значит, что надо бы Пингалу в Квала-Миндлини пересадить. И на космическую гонку его. Ну, а Рейну в столицу. Или в Этиквине, кстати. Давайте в Этиквине, раз там тоже дофига производства. Все еще не будет преобладающей религии. О, так, на меня должны сейчас дать науки. 70, нормально. Может, Лондон тогда лучше попробуем? Тут мы можем 140 науки получить. О, у нас тут еще алюминий. Так,
Посла никуда не отправляем. Ну, двигатель ВС откроем. 3 армии или армады. Я что, я до сих пор не создал? Это все равно за один ход открывается. Так, один ход. Ай, надо уже начинать космопорты строить. Так, что там с великими людьми? Может, все-таки на этого почитать? 1500-то на дороге не валяется. Давайте читанем исследовательские гранты. Нет, ничего не меняем. У меня очередную сессию. А за счет... Блин, что-то я не посмотрел, что я могу. А, вот как раз за то, что он обратил мой город, видите? Но я не могу ее создать, потому что там надо 30 мирового влияния. Ой, слушайте, а что-то я всемирную выставку даже не делал. Но я пока на втором месте. Типа, 50 единиц мирового влияния могут дать. Блин, надо напокупать апостолов и повоевать с миссионерами индусскими. Взять там на плюс 20 в теологической битве. Я, кстати, не первым сделал самолет. Я думаю, что Вавилон там. У него самолет был в каком? 820 году нашей эры, да? Аэродром, точнее. Я не хочу такого адмирала. Три хода и не хватает 8 очков. До золотого века очередного, жаль. Так, а во что он обращается тут? Православие больше всего влияние. Ну, попробуем в иудаизм. Булава ее. Так, куда космопорт поставим? Я бы вот как раз на место этого леса. Так что построим строителя. Так, здесь, 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 вот сюда давайте. Маловато я что-то бомбардировщиков сделал, тем более, что у меня нормально так. Ладно, у меня есть какие-нибудь повод для войны, только официальная. На две технологических эпохи должна отставать. А, она на одну отстает. Мне надо выйти, короче, сюда. Давайте спутники откроем. По идее, у меня появится... Зачем меня захватывают постоянно? Ну, хоть не убивают. Ой, что-то Мали со всеми воюет.
Так, не понял. Не могу обещать, что прекращу шпионить. Кстати, я могу еще нефть использовать. Это еще одно очко мне даст. Блин, Вавилон заберет, скорее всего. Это плохо. Дает необходимое количество пасов. Но это адмиралы. Это только в города, которые на море. Могадиши. О, Антананариву, наверное, надо. Немного, правда, процент будет, но... В принципе... Неплохо. Да, заберу этого флотоводца. В эти квини у меня самое... Ну, короче, на втором месте по производству. Нет, уже на четвертом. Но все равно я здесь буду космопорт строить. Вот здесь. Бомбардировщик. Блин, может все-таки тут пару бомбардировщиков еще сделать? Мне бы хотя бы 4 штучки. Прежде чем космопорты. Блин, все равно и космопорты хочется. Тринадцать у меня, 404 нубия, 415 скорее, 579. Блин, что-то я не могу пока немца-то догнать. 53 55. Так, надо проверить еще. Страдало стихийного бедствия. А вот это мы примем, конечно же. Размещает религиозные юниты в городе, обсуждаемый держава. Что? Каждый участник получает реликвию, участники получают... Ну вот это прикольно. Попробуем. Но мне кажется, я же всего один голос могу подать. А там все остальные против проголосуют, и оно не пройдет нифига. Угу. А, не, прошло, смотрите-ка. Ганди минус 11, зато Теодор Рузвельт внезапно прогрессивист. Говорит, нельзя искоренять религии других ребят. Так, у меня сейчас должно, по идее, появиться возможность... Объявить войну колониальную. Точно. Так. Ну, следующим ходом, потому что я хочу использовать все-таки этого апостола. Иначе мне его убьют, если я объявлю войну. Так, у нас вроде тут электричество появилось. Да. Без электричества у нас только Майсур. Агро, типа, без электричества, просто потому что тут нету зданий, которые требуют электричества. А, слушайте, только я до Шеффилда
Ну, тоже нормально. Тоже нормально. Он прям даже появился где надо. Космопорт, аэродром. Давайте шпиона. Блин, еще каких-то наполучал очков. Мне 5 очков не хватает и 2 хода. Возможно, я все-таки начитаю на этого. Так, кроме того, мне надо... Вот это ж еще дает очко, правильно? О, плюс 20 к религиозной баталии. Так, куда вы делись? Вон они. Религиозные жеужики. Так, по медлине собираем караваны на производство. Апать эти в подлодке, не апать. 205 денег маловато вообще. Ну, что-то надо апнуть, потому что это будет... Ну, короче, посмотрим. Если будет хватать на золотой век, то апну. Караваны собираем в Квала-Медлине, где мы будем, собственно, все проекты проводить. Так, уран откроем. Узнаем, есть ли он у нас... Так и не поставил тут город, кстати. Забавно. Ну, что поделать, не нужен, просто он далеко было вести. И в принципе во всем остальном у нас зашибись. Все расставилось. Такая Зулусская империя неплохая получилась. Нет. Мощь ваших ВВС внушает уважение. Два самолета. Два самолета, и уже мощь ВВС внушает уважение. Ребята, если вы перед кем-то хотите похвастаться размерами своих ВВС, то чисто два самолета. Даже два бомбардировщика достаточно. Ну что, будет у меня уран? Слабое извержение. А, это даже не у меня, в Кахамарке. Итак. Есть. Причем... Я что, космопорт на него поставил? Точно. О, как я... Вот это я нормальненькая. Больше я, кстати, рядом с собой урана не вижу.
Формальный повод объявить войну Трипхой. Ну что, смогу я получить науку отсюда? Есть, будет. Так, давайте выберу, что открывать. Блин, я бы в робота пошел. Сорок науки, нормально. Так, ну Англии союз с инком, да господи, и с индусом долбаным, они мне опять все войну объявят. Там Франция индуса допиливает. Ладно, индус пофигу. Вот, конечно, инк, что объявит войну, неприятно. Но что поделать. War is a good for absolutely nothing. Say it again. Засветить город надо. Да, не сильно вообще-то бьет. Так, мне не хватает 2 очка вообще-то. О, мы покупаем королева за веру и апаем подлодку, капер в подлодку. Все. Золотой век, здравствуйте. Это мы удачно сделали все. Ой, блин, вот это не прикольно. Ведь я не могу использовать, потому что тут пушка стоит. Надеюсь, она отъедет. Нет, на Риву нормально мне даст. Ну, как нормально? Я думаю, где-то 10%. Наверное, я штук 5 великих людей взял. Так, наверное, исследовательские гранты. В итоге я только 3-е место всемирное ускорение одного социального института будет у меня. Нет, тут мы стоим на месте. Вы избегаете мелких островов. А мы тут не видим мелких островов, поэтому мы их и избегаем, уважаемая Трипхувана. Блин, а что это меня Пётр осуждает? Такого презренного правителя не встречал, как я. Не, ну индус не должен вроде ко мне лезть, потому что тут... Видите, им занимаются. Франция им занимается. Да, слушайте, хорошо, что я в золотой век. Ой, слушайте, а чё я миссионеров индусских-то не поубивал? Блин, реально. Причем я, когда объявлял войну, думал об этом, что надо их поубивать. Но как только объявил войну, все, типа, надо самолетиками обстреливать. И забыл. Ну что ж, вышли в эпоху атома. Это значит, что продолжение в следующей серии. На этом... Эта серия завершена. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете спонсорством. Супер спасибо. В нынешние времена это вдвойне, втройне важно. Продолжение завтра. Спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь и Россия будет свободной. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, подписывайтесь.
комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.